Добрый день, и сегодня мы снова говорим о нашем жилищно-коммунальном хозяйстве. На этой неделе мы столкнулись и с сильным порывистым ветром, с последствиями которого мы достаточно быстро и хорошо оперативно справились. На этой неделе мы столкнулись со снижением температуры, также это столкнулись с первыми недочетами в начале нашего отопительного сезона. Вынуждены сознаться в том, что отопительный сезон мы действительно в этом году начинаем не очень гладко, с небольшим опозданием, но тем не менее серьезных каких-то сбоев уже не ожидается. Вот. У нас на руках уже есть отчет аудиторской компании по нашему ТГО, и с нового года, я думаю, уже начнем делать системные изменения и в этом направлении. Что касается дальнейшей подготовки, чтобы зима нам в этом году не стала неожиданностью, ведем сейчас активную работу. Я думаю, что если уже завтра в Одессе начнутся обильные снегопады, то мы к этому готовы. Также хочу заметить, что очень много сообщений заходит от жителей города по поводу наших недоработок. За это большое спасибо. Всем стараюсь ответить. На все стараемся реагировать. Может, не везде успеваем быстро, но я вас попрошу не останавливаться. Очень важно это получать информацию от первоисточников. И опять-таки это повторюсь, что Facebook веду я сам, и в дальнейшем отсылайте мне сообщения. Очень важно это получать информацию от первоисточников. На все стараемся реагировать. Возможно, не получается делать это так оперативно, как хотелось бы. Но, безусловно, мы каждую заявку это рассмотрим, и всем я дам ответ. Увидимся через неделю.